дорогие друзья, всех рады видеть. Любимый фестиваль, любимые коллеги, любимое жюри. Я сейчас представлю две своих авторских премьеры. Очень волнуюсь, как обычно. Вот. Первая песня – это романс на стихи поэта и литературоведа Натальи Яковлевой. Называется он «Багрянник» и посвящается он памяти поэта Серебряного века Николая Гумилева. Поскольку 15 апреля был его день рождения, я решила спеть эту премьеру на фестивале «Изысканный шансон». Yeah.